Кинотеатру «Красногвардеец» 60 лет, а легендарному режиссеру Льву Кулешову в этом году исполнилось бы 120 лет. В честь двух круглых дат клуб «Киногурман» подготовили для тагильчан подарок – немое кино Льва Кулешова под музыку музыкантов-топеров джазового клуба «Эвер Джаз» из Екатеринбурга. 100 лет тому назад каждый тагильчанин знал, как проходит немое кино. Когда демонстрировался фильм, и вживую музыканты, которых тогда называли топерами, озвучивали, создавали атмосферу этого фильма. Эксцентрическая комедия «Необычайные приключения мастера Веста в стране большевиков» покажет, как американцы представляли себе Россию в 20-х годах прошлого века и что реально происходило тогда в Советском Союзе. Проект «Киноджаз» пройдет 30 марта в кинотеатре «Красногвардеец».